Производственный кооператив «Нектар» является одной из самых стабильных и перспективных компаний региона. Несмотря на нелегкие для экономики времена, предприятие с 23-летней историей продолжает работать на полную мощь. Только в прошлом году специалисты сдали в эксплуатацию порядка 60 тысяч квадратных метров новостроек, в том числе жилье по госпрограмме «Нурлы Жер» и детский сад в микрорайоне «Батыс-2». Услугу, которую оказывает нашему городу «Нектар», можно сказать, неоценимая, потому что все объекты, которые строятся вашей компанией, скажем, удовлетворяют требования жильцов нашего города. Соответственно, архитектурный облик, качество, потом благоустройство территории, соответственно, вносит и будет внести благоустройство или улучшение архитектурного облика и благосостояние нашего города. Наряду с получением прибыли руководство «Нектара» не забывает о важных составляющих рабочего механизма, людях, благодаря которым ежегодно растут темпы производства, завоевываются дипломы за отличные успехи и звучат слова похвалы. В настоящее время здесь трудится порядка 400 человек. Члены коллектива в зависимости от занимаемой должности периодически обучаются у ведущих международных экспертов в области строительства, повышают квалификацию, обеспечиваются полным соцпакетом, крышей над головой и зарабатывают в среднем 150 тысяч тенге в месяц. Для закрепления квалифицированных специалистов нами по льготной цене выделяются квартиры. Многие специалисты, сидящие здесь, получили квартиры. Да? Свыше 20 квартир мы по льготной цене своим специалистам раздали. Выделяются денежные средства, оказываем материальную помощь. Строительные материалы выделяем для строительства при обращении к нам. Многие строятся сейчас, поэтому при обращении мы выделяем строительные материалы. В ходе встречи между акиматом города, областным центром профсоюзов и ПК «Нектар» был подписан меморандум о сотрудничестве. Основная цель документа – обеспечение бесперебойной работы предприятия, сохранение трудового коллектива и имеющихся объемов производства, а также предотвращение социальной напряженности. Он был подписан и в прошлом году с этим предприятием. Главная задача меморандума – это сохранить рабочие места, сохранить уровень дохода работников и повышать его. Ну и, наверное, самое главное – это сохранить социальный мир в трудовом коллективе, а это значит и в регионе. Поэтому уже с конца января мы подписываем меморандумы с многими крупнейшими и средними предприятиями региона. И это делается второй год по инициативе акимата области, и она дает свои положительные плоды. После официальной части мероприятия аким города Ильяс Испанов поздравил женскую часть коллектива с наступающим весенним праздником, а самым отличившимся вручил дипломы и цветы. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».